Эвиной. Не для детей. Во времена географических великих открытий, когда Кортес покорял Южную Америку, испанским и португальским конкистадорам очень приглянулись завоеванные местные аборигенки – ацтечки, альмечки и маички. Так и появились латиноамериканцы. Ставьте ми густо и звякните на маико ханес. Сегодня я представлю вам топ самых жарких латинок порно мира. Сочная и округлая во всех нужных местах кубинская милфа Джулиана Вега родилась в Гаване то ли 5 июля, то ли 15 апреля 1985 года. Точно никто не знает. Как ни странно, но получила свою известность не как латиноамериканка. В 2014 году у нее случился фильм, где они совместно с Мией Халифой изображали распутных арабок, мать и дочь. С тех пор большая часть немногозначных ролей Веги, жопастые мамочки и услужливые домохозяйки. Еще одна испаноязычная милфа Ариэла Феррера родилась в Медельине, Колумбия, 15 января 79-го, но в пятилетнем возрасте перебралась в Чикаго, Иллинойс. До 30 лет спокойно и достойно работала стоматологом-гигиенистом, пока однажды к ней не пришла проверять свой род одна порноактриса. Видимо, применяя способности чревовещателя, неизвестная порноактриса сумела впечатлить латинскую красотку своими наполненными жизнью рассказами. И в 2009-м Ариэла дебютирует в порно. Начиная с 2011 года, ее постоянно номинируют на премии AVN и XBIS. Увы, пока без побед. Энергичная и стройная колумбийка с проникновенным взглядом и манящими губами. Канела Скин, известная также как Ивана Рамире, родилась 6 июля 1991 года и живет в Аликанте, Испания. С такими внешними данными и страстью к ежедневной мастурбации по несколько раз, ее дебют в порно был всего лишь вопросом времени. В 2017 году, когда ей было 26 лет, она начинает активно сниматься в клубничке и на данный момент имеет уже более 50 сцен, большинство из которых анальные. Актриса, к тому же, является любимицей как Начо Видаля, так и Рокко Сифреди, за чей фильм у нее номинация на AVN. Совсем юная пуэрториканская звездочка Отом Фоулс родилась 4 августа 2000 года в городе Нью-Йорк. Родители перебрались в Штаты незадолго до появления на свет Отом. Это, кстати, ее настоящее имя, а вот фамилия вымышленная. Впрочем, будучи замужем за нашим соотечественником Маркусом Дюпри, может пользоваться и его фамилией. Девочка всегда обладала роскошными формами и ходила на модельные кастинги с 17 лет, на которых ее фигура не подходила по стандартам. Через год девушка появляется на вебке и очень стремительно попадает на радары порно-продюсеров. В 2018 году, в 18 лет, Отом появляется в фильме 18+. У обворожительной брюнетки 12 побед в различных секс-премиях за 19 и 20 год. Колумбийская суперзвезда порноиндустрии Франческа Джеймс родилась 20 сентября 1985 в Боготе. Вместе с родителями, сестрой и двумя братьями они много путешествовали, пока не попали в Испанию. А работая в Мадриде моделью, она знакомится с будущим порноактером, порнорежиссером Начо Видалем, который и привел Франческу в порно в 2006. Они поженились, развелись, родили двоих детей, затем снова женились. Миссис Видаль – обладательница фигуры фитоняшки с силиконовыми модификациями. Актриса не раз заявляла: «Я всегда хочу анальный. Когда это только вагинальный, я чувствую, что чего-то не хватает». У девушки огромный порностаж и сексуальный аппетит, за что навсегда и останется в пантеоне секс-идолов. На сегодня хватит горячего. А что вас греет в зимние вечера? С вами была Эви. Adios, buenos chicos.